Вот за стол в кадре. Хотела разложить конфеты, налить всем алкогольные напитки. Крупный план можно? Сегодня наша передача посвящена программе «Музыкальный ринг». Здравствуйте, у нас горел монтажка. Мы не сдаемся и остаемся сильными. Спонсор программы «Героин». Агнец. Это наш постоянный гость. Это наш постоянный критик. Спутник и ангел Юмарины. Также спонсором программы является ХНА. А программа «Музыкальный ринг» взяла свое начало в 86-м году. В 83-м самое первое было. Это зарисовка. Да правда. Задумано в 1983. Это задумка была, задумка. Я вообще ничего не понимал, что там происходит. Люди да просто дрались музыкально. Давали. Почему «Музыкальный ринг» называется «Музыкальный ринг»? Музыканты не дрались, более того. Как бы они просто отбивались от вопросов зрителей. А были советские зрители, они были как бы интеллигентные и могли просто... А были звонки еще телезрителей. Такие, тс-тс, алло, на звоночек поступил. Первый выпуск программы был с Валерием Леонтьевым. Ну что ж, теперь, наконец, я смело могу объявить, что сегодня на нашем музыкальном ринге выступит Валерий Леонтьев. Скажу откровенно, до последней минуты мы сами не были уверены в том, что он придет. Такой зеленый нет, из тысячи планет. Земли. Ну а кто там был? Алиса, и это не пошло в эфир. Ну, зарезали. Как тебе, Кинчев? Ко мне слышишь. Смотрит в сторону выбранной цели, он знает ответ. Он предельно собран, он прокладывает путь для других поколений. Экспериментатор, экспериментатор. Хорошая песня, да? Понял меня, мы вместе. Мы вместе. Я, знаешь, вот везде ставил бы ее, рингтоны там, знаешь, полифония. Ты знаешь, что у Костика на самом деле настоящая фамилия Панфилов? А не Кинчев. Девушка, ты посмотрела Курёхина? Посвящена выходу в Англии двух пластинок ленинградца Сергея Курёхина. Кто такой? Имени этого не слышали. Прикинь, вот такое тебе ставить, смотри. Люди уже приуныли. Курёхин вообще делал очень крутые вещи. Это невозможно какая-то история. Это на алкоголизме и поп-механику. Смотри, это группа Кино, Курёхин. Все в одном проекте участвовали. Будет. Виктор сегодня не поет. Смотри, смотри, показ устраивают. Чей показ? Александра Терехова. О! Курёхин же делал всякие перформансы на сцене разными акциями. Это эксперимент. Группа «Секрет». Тогда встал вопрос, либо деньги всерьез, либо счастье всерьез. Как тебе Фоменко в молодости? Ой, я бы сейчас хотела спеть одну, да. Спеть одну песню. Ой, похоже, надо нового знакомого. Убили. Не, ну подожди, тебе не нравится? Ну, что мне нравится? Андрей, мы должны рекомендовать. Хватит! Мне очень нравится Фоменко, он классный. И к одежде, и к музыке, и к настроению хорошему. В порядке не так. Вон песни пошли, люди все распевают, танцуют, беснуются. Сказка. Ты рядом со мной, я рядом с тобой. Тебе понравилось? Бомба. Аквариум.
Нас можно ставить там, нас можно ставить здесь, но... Мы стали респектабельным, больше хорошим. Не пишу сомнительных текстов. Ну, хороший, смотри, реально хороший. Да. Да. Нас можно ставить, а? В Индии, наверное, не было. Ну, тогда еще не было. Не знаю. Хороший вальп. Или как ты говоришь? БГ Гуд Вальп. Не знаю я. Ой. Редкостный напев. У нас засыпает оператор. Наших песен, там о том, что их трудно понять, нетрудно понять. Пикассо очень правильно, по-моему, сказал, а он все-таки как человек известный, с его мнением принято считаться. Он сказал, все пытаются понять мои картины. Зачем? Вот растет дерево, почему вы его не пытаетесь понять? Это явление одного порядка. Воспринимайте их. Хорошо. Всю историю культуры делали. А смотри, какие люди другие. Это можно взять самые древние книги там. Потрясающий, потрясающий концерт, конечно, мне очень понравилось. Я сама на нем присутствовала, мне так было интересно. Подъехала уже, что ли, с мысли? Ты родилась еще, господи. Ментально я была с Борисом. Конечно. Агата Кристи, музыкальный ринг. О, это интересно. Давай. Ой, Катя, наверное, там освещение, по-моему, не слышно. Ну не надо. А я на тебе, как на войне. Как вы объясните? Это просто образ, достаточно яркий образ. И образ, знаете, вырванное сердце. Агата Кристи прям берем, да? Это поняли. Ой-ой-ой. Звуки му. Ой-ой-ой. Году 5-0. Песня. 1989 год. Звуки Му и Петр Мамон. Петра уважаю. Петра тоже любим, будем говорить, да? Но отдельно программы сегодня прошлись немножко это по улице. Ну, артистичный хочет человек. Хочет доказать, опять же, что-то. Как Кинчев. Ну, хочет какой-то просто манифест, я не согласен с вами, я не буду петь про розы. И вот такое выдает. Ну, про розы я тоже послушал. Мы рекомендуем это потрясающе. Фильм «Остров» с Петром Мамоновым, там он изгоняет просто из людей. Вот как... Это искусство. Старец этот ваш, он сумасшедших нечто. За благословением на убийство приехала. Вот тебе не благословение. О. О. Добрый вечер. Очень как-то человеку тяжело. Это очень интересно и необычно. Это эксперимент. Ну вообще не похоже на то, что они сейчас делают. Ну в смысле? Ну конечно, это прекрасно. Если не будет хорошо, я смена поклялся по глазу. И снова вломит ананас. Последний день уже. Мне кажется, они очень круто делали перформанс. Как сейчас группа «Поехали», допустим. Ты пришла, она пришла, я сильно рад. Обу карман. Наш прикольный. И мы с тобой. Прям наша музыка, да? Могли бы вы показать нам то, что видели парижане? Очень странный момент, потому что там мужчина разделся догола. Его другой участник группы схватил в конце за задницу. Вот, когда я еще не родился. Это... Ну вот и родился, и уже начали трогать друг друга. Я только еще. Ты знаешь, что они с этой песней... На Евровидении выступали. А, нет, они в Париже были с этим перформансом. Но это же на самом деле круто. Его колбаса на рубашке была. Боже, как солями?
Своя. Блин. Мне кажется, это круто. Ведущая с котом черным сидела. Прическа твоя и макияж тоже. И кот. То, что все хорошо закончилось, я уж думала, нам придется на ринге тушить свет. Амаретто. Спонсор нашей программы — капелька Амаретто. Амаретто капля очистит целый вагон. Короче. В Советском Союзе был очень популярен спирт рояль. Я не застал этого момента, но уверен, что мне пришлось по вкусу. Поэтому ментально спонсор нашей программы — спирт рояль. В канистрах. Вот это надо было сейчас делать. Это хорошая спонсорская интеграция. А я здесь стою вот с этим. Это мы вырежем. Коктейль Сен-Жермен с водой. Очень вкусно, мы рекомендуем. Это секрет наших успешных телепрограмм. Подливаю втихую, чтобы он расслабился, раскрепостился, как бы открыл чакру. Это мастер-класс от Имберке. Записываем. Интеграшка. Ну какая интеграшка? Лучшая, лучшая, худшая, худшая. А мы благодарим всех, кто... спонсоров. Мы сегодня сделали первую подводку, собрались мыслями, энергией, желаниями. Вот водка. Советуем и любим. Турум, 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 турум. Оп, оп, оп.